сторону, яка приймає. Черняк Михайло Євгенович, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації. Сергій Овсянников, керівник департаменту фінансів Харківської обласної державної адміністрації. У нас в залі голови сільських, селищних рад, представники громадськості, депутати місцевих рад, Харківський регіональний офіс підтримки реформ, особи Діани Гваринової та експертів, які сьогодні за цим столом. І я представляю нашого почесного, шановного гостя. Це пан професор доктор Георг Мільбрам, прем'єр-міністр федеральної землі Саксонії у відставці. Ну, це я про нашого колегу. Заступник голови Ради стабілізації і забезпечення стабільних державних фінансів, який сьогодні переймається проблемами децентралізації в багатьох країнах, не тільки в Україні, але сьогодні шановна людина з нами для того, щоб поговорити про децентралізацію, про її ризики і про досвід Німеччини з цього питання. Я передаю слово для вітання заступнику голови Харківської обласної державної адміністрації Михайлові Черняку. Спасибо, Діана. Добрий день всім, дорогі колеги, друзі. Хочу вас поприветствовать действительно по поводу сегодняшнего нашего круглого стола. Почему важно? Потому что, как бы там ни было, в какое бы трудное время мы не жили, что бы мы ни делали, как бы нам не было, может быть, иногда нас даже ликовали от тех событий, которые происходят. Но процесс реформирования, он неизбежен. И я думаю, что на самом деле все понимают этот процесс. К сожалению, пока еще нет достаточного понимания, скажем, по всей вертикали нашего населения, но я думаю, что мы эту информацию донесем. Я думаю, что действительно те начинания, которые сегодня мы с вами мы начинаем и делаем, и уже есть первые плоды, скажем так, первые ласточки наших всех инициаций, да, уже они сегодня есть, мы можем понимать, о чем мы говорим, но время покажет, куда мы двигаемся. Двигаемся мы в любом случае по пути развития, по пути улучшения, по пути получения дополнительных преференций. И поэтому хочу сказать, что наше направление реформирования, в том числе и децентрализации как таковая, как один из элементов общего реформирования всей системы государственного механизма, который сегодня работает, очень важно. Не случайно сегодня здесь находятся наши гости, с которыми сегодня с утра мы уже провели рабочую встречу. Это господин Георг Мильбрат, представитель компании GIS, международной немецкой компании, которая сотрудничает от немецкого правительства с различными организациями, работает, имеет колоссальный опыт работы в области децентрализации в 130 странах мира. Это компания с богатой историей, с богатым опытом. Мы сегодня достаточно конструктивно утром пообщались, мы сегодня нашли понимание, скажем так, и мы хотим прежде всего получить от них ту помощь, поддержку, мы должны получить тот багаж знаний и опыта, который у них уже знаком. Потому что по пути нашего следования в ходе реформ, реформы централизации конкретно, конечно, у нас будут трудности, конечно, будут ошибки, но было бы здорово и правильно, если бы мы учли уже опыт тех организаций, тех наших партнеров, которые выходят с инициативой, будут нам в помощь в ходе нашего движения, чтобы мы учитывали и опирались на уже ошибки, которые были сделаны по ряду, скажем так, проектов, опыта, которые уже свершились на сегодняшний день и имеют под собой все основания говорить о том, что это действительно качественно, действительно нужно, действительно важно. Также с нами тут Роман Иванов, это представитель компании GIS Украина, которая находится в офисе центральном в Киеве. Вот, и мы тоже будем партнерствовать, я так понимаю, вам постоянно присутствует в Украине и вообще владеет ситуацией в большей мере. Поэтому наше стратегическое партнерство, я думаю, обречено на успех. Мы буквально обречено, говорю, потому что мы в любом случае стоим на этом пути. Мы понимаем, что это линия президента. Мы понимаем, что это очень важно. Пусть, как говорится, реформы всегда не вовремя. И есть объективных много причин, которые заставляют сомневаться и общество в целом, и, может быть, даже кого-то из самих реформаторов о том, а вовремя ли, а кстати ли. Но и вовремя, и кстати. Нет другого времени. Сегодня действительно вопросы важны. Уже все, которые сегодня накоплены, наш опыт, он требует какого-то вида изменения. И мы прежде всего говорим о том, что мы должны вовлечь в эти процессы именно громады, для того, чтобы все были ответственны, чтобы эта ответственность была разделена.
это ответственная громада и ответственная сама перед собой и перед тем количеством людей, которые в нее будут входить. И я думаю, что по пути вот именно реформирования, принимания на себя, да, ответственности, в этой части сегодня нужно прежде всего пообщаться, потому что есть богатый опыт, и сегодня господин Георг Мильбрадт тоже это подтверждал, что на самом деле не может идти реформа сверху вниз. На самом деле, прежде всего, люди должны быть сами к этому готовы, а для того, чтобы люди этого хотели и они к этому стремились, от нас с вами зависит то, как мы будем работать с людьми, какую будем мы давать информацию, как мы будем ее давать, что мы будем объяснять. Не потому что, что мы будем объяснять в смысле, что мы покажем красивую конфету. Мы должны показывать объективную картину, объективную реальность. Мы должны вести работу среди населения не исключительно в объективной, то с объективной стороны. Мы должны говорить о всех трудностях и трудностях переходного периода тоже, которые будут, это естественно. И, как всегда, любая реформа, она может быть на старте восприниматься в штыки. Мы это тоже понимаем. Все новое всегда, это кажется, туда ли мы идем, а тот ли этот путь. И еще раз подчеркиваю, именно поэтому мы привлекаем наших партнеров с опытом в данной работе. И еще раз подчеркиваю, что сегодня наши гости – это компания с богатейшим опытом и историей. И я думаю, нам этот опыт будет полезен. Мы все хотим быть, наверное, отчасти мудрыми людьми, а мудрые – это те, кто учится на ошибках других. Поэтому еще раз подчеркиваю, давайте принимать этот опыт. И последнее, что хочу сказать, что в любом случае мы эту реформу будем делать. В любом случае она неизбежна, она актуальна, она на часе, еще раз говорю, какие бы экономические трудности мы не переживали сегодня объективно, которые существуют. Но при всем при этом тоже есть определенный позитив. Я думаю, в этой части, именно по финансовой части, да, Сергей Иванович, вы сегодня тоже скажете пару слов, потому что мы уже видим определенные, скажем так, первые ласточки, которые касаются именно формирования бюджета. И, соответственно, дополнительно будем говорить о том, какие и финансовые преференции будут возникать у объединенных трансформационных команд в том числе. Поэтому я вам всем желаю, безусловно, удачи в нашем далеком труде. Хочется пожелать, действительно, чтобы мы все заряжены, настроены на позитив, на результат, а если мы с таким настроем будем двигаться, неизбежно будет. Те сроки, которые даже устанавливают сегодня наши эксперты для того, чтобы реформы внедрить в жизнь, включая изменения всего законодательства, которое должно быть изменено, начиная, прежде всего, конечно, с конституционной реформы. По мнению наших партнеров, которые сегодня представляют немецкую сторону, это сроки достаточно большие. Безусловно, реформы, по их мнению, должны проходить в более короткие, более сжатые сроки. Я думаю, что этот вопрос тоже, скажем так, сокращение сроков переходного периода тоже нужно обсудить и понять, насколько мы можем динамичны быть в наших реалиях, в нашей ситуации, на нашем конкретном примере, опять же, используя опыт и потенциал компании ГИС, которая сегодня здесь представлена. Поэтому, еще раз говорю, работы нам не початый край, работать надо, я думаю, у нас все получится. Всем нам удачи и успехов, а теперь перейдем после конкретики и обсуждения. Спасибо. Дякую, Михаилу Евгеновичу. Шановні колеги, я трішки пришвидила і не представила всіх наших колег, які сьогодні присутні. Я хотіла представити пана Романа Іванова, це спеціаліст з децентралізації Німецького товариства міжнародної співпраці. І також сьогодні у нас присутня Ольга Балібок, Харківський німецький центр, з яким ми співпрацюємо плідно. І я думаю, що в процесі дискусії всі, хто буде задавати питання, виказувати якісь свої пропозиції, також будуть представлятися для того, щоб наш почесний гость мав змогу познайомитися з вами трішки вище. Якщо ви не заперечуєте, у нас не було можливості на першій зустрічі сказати деякі цифри пану Георгу, тому я трішки коротенько, ті цифри, які ви, мабуть, знаєте, їх дуже відчуваєте, а нашому пану гостю було б доречно їх підкреслити. Можу, так? Робота щодо децентралізації та об'єднання територіальних громад щодо реформи місцевого самоврядування в Харківській області розпочалася з початку травня. Ми просувалися в двох таких великих напрямах. Велика робоча група була створена на рівні обласної державної адміністрації та обласної ради. Була створена робоча група, куди увійшли представники місцевого самоврядування, фахівці різних галузей. Ця робоча група разом із громадськістю напрацьовувала пропозиції до перспективного плану формування територій громади.
На сьогоднішній день на території Харківської області 459 сільських, селищних та міських рад. Згідно перспективного плану, який вже схвалений Харківською обласною радою, ми плануємо об'єднати оці 459 територіальних громад та створити 59 об'єднаних спроможних громад. Це опрацьоване рішення. Ну, ми розуміємо, що в процесі роботи у нас можуть виникнути деякі зміни. І вже такі зміни були у розрізі Красноградського та Вовчанського району. Ми трішки змінювали перспективний план і перезатверджували його на сесію обласної ради. Це живий організм такий, так? Зараз наш перспективний план розглядається Кабінетом міністрів України, і ми чекаємо, що найближчим часом він буде схвалений. Паралельно з цим, на виконання закону про добровільне об'єднання територіальних громад, який був прийнятий Верховною Радою, наші громади почали процес об'єднання. Із 59 територіальних громад майбутніх центрів вже 40 ініціювали процес об'єднання. Звичайно, є такі, що ініціювали не по перспективному плану, за межами перспективного плану, але ця така цифра показує все-таки такий значний інтерес та підтримку об'єднання серед місцевих громад. Ці 40 територіальних громад зробили пропозиції до 300 сільських і селищних рад, запросили до об'єднання. Я чекаю, поки перекладе, вибачте, будь ласка. Далі, у 92 сільських, селищних та міських радах пройшли та тривають громадські обговорення. Громадське обговорення щодо об'єднання, так? І 42 сільські та селищні ради вже надали згоду на об'єднання. І сьогодні в цій залі присутні голова і декілька представників першої об'єднаної громади, яка утворилася у вересні на території Вовчанського району. Старосалтівська об'єднана громада. Тут присутня Прасковія Васильівна, Марія Федорівна, які вже прийняли відповідні рішення, отримали висновок Харківської обласної державної адміністрації щодо проєкту рішень про об'єднання. І вже всі відповідні документи обласна державна адміністрація подала до Центральної виборчої комісії. Отже, тепер ми чекаємо призначення перших виборів на території цієї спроможної громади. Ну, можу сказати, що робота у нас іде достатньо активно. У нас побудовано такий ефективний діалог і співпраця між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківською обласною радою, Харківським офісом, регіональним офісом з підтримки реформ і всіма сільськими, селищними та міськими радами, які є суб'єктами об'єднання, найголовнішими ігроками в цьому процесі. Тобто робота йде, я думаю, по цій залі ви бачите і побачите, наскільки у нас ефективні і активні голови місцевих рад. Я думаю, що ми будемо мати змогу і неформального спілкування сьогодні. Тому я із задоволенням передаю слово нашому гостю, пану професору Георгу Глібра. Прошу, будь ласка. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie hier sind, Herr Gouverneur. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige
Erfahrungen aus dem deutschen Reformprozess mitgeben kann. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Большое спасибо вам за приглашение. Предоставлю мне возможность выступить перед вами. Ich will mit einigen auch historischen Erfahrungen beginnen. Wir haben im 19. Jahrhundert in fast allen europäischen Ländern eine starke Zentralisierung gehabt. У нас в Європі в 19 веке везде, во всех странах была сильная централизация. Zum Beispiel sehr stark in Frankreich, in Spanien, aber auch in Russland. Например, очень сильная централизация во Франции, Испании, но также и в России. Der Grund war, dass man eine Antwort auf die Herausforderung der Moderne haben wollte. Причина заключалась в том, что это как бы был ответ на вызовы той современности. Also ein starker Staat, der nach innen stark ist, aber auch nach außen stark ist. Das war die Vorstellung. Представление было такое, что государство должно быть сильным. Сильным как направленным вовнутрь сильным, и так и направленным наружу. Und durch die Verbesserung der Verkehrsmöglichkeiten, später auch der Eisenbahn, sind diese großen Reiche auch wirtschaftlich zusammengewachsen, was sie vorher nicht waren. И благодаря тому, что со временем улучшилось сообщение между частями государства, благодаря, скажем, развитию железных дорог, постройке железных дорог, появилась возможность связывать воедино различные части единого государства экономически. Und insbesondere unter dem Einfluss der französischen Revolution war die Vorstellung eines Einheitsstaates, gleiche Sprache, gleiche Kultur und gleiche Nation, also eine Homogenisierung des Territoriums. И именно благодаря влиянию французской революции родились такое понятие, как единый язык, единая нация, единый народ, то есть появилась возможность гомогенизации государства. Und nur so glaubte man das Ziel der Revolution in Frankreich, nämlich Gleichheit und Gerechtigkeit umsetzen zu können. И таким образом было представление, что благодаря вот этому объединению появилась возможность быть равенство и единство. Это были цели революции. Das steht im Gegensatz zu den Erfahrungen, die wir aus dem Mittelalter und insbesondere im deutschen Bereich kennen. Но это находится как бы противоположность тому историческому опыту, который у нас в Германии набрался еще со времен Средневековья. Für uns waren immer die Städte, über die Landgemeinden hat man damals nicht geredet, die Städte der Motor des wirtschaftlichen Fortschritts. В Германии именно города, еще тогда не было речи о сельских районах, о каких-то там сельских общинах, именно города были двигателем прогресса. Und es entwickelte sich eben in Städten eine unabhängige Schicht vom Adel, nämlich Kaufleute und Handwerker, die führend waren. Именно в городах появилось такое независимое сословие, даже два сословия. Это были купцы, и это были ремесленники, которые вот эти два сословия именно были двигателями. Und sie wollten die Selbstverwaltung dafür, um ihre ökonomische Situation zu verbessern. Sie wollten insbesondere ein Rechtssystem haben, was ihren wirtschaftlichen Interessen entsprach. И вот эти два сословия хотели иметь право на самоуправление для того, чтобы иметь право, по современному языке, чтобы защитить свои экономические интересы, благодаря внедрению своего влияния и вытекающейся этой правовой системы. Und deswegen entwickelte sich in diesen Städten auch ein modernes Wirtschaftsrecht, ein modernes Zivilrecht,
ein modernes Strafrecht. Поэтому именно под влиянием этих факторов в городах зародилось право, гражданское право, право, уголовное право и торговое право именно в городах. Das gab es zum einen in Oberitalien, aber auch insbesondere in Nord- und Mitteldeutschland und später auch in Mittel- und Osteuropa rund um die Nord- und die Ostsee. Зародилось оно сначала в Северной Италии, потом распространилось на Центральную и Северную и Германию, и потом дальше пошло на Центральную Европу. Insbesondere eben durch die polnischen Könige wurde dieser Gedanke exportiert, indem sie in ihrem Territorium, im polnischen Territorium, den Städten das Privileg gaben, dieses deutsche Recht anzuwenden. Большой вклад в развитие местного самоуправления внесли польские короли, которые буквально экспортировали немецкое право к себе в Польшу, туда княжество было Великопольское, и они, благодаря вот этому внедрению немецкого права, стали как бы ну, предвестниками местного самоуправления в своей территории. Король делал это не для того, чтобы снизить свою власть. По простой причине, он просто хотел собирать больше налогов. Und dieses System ist also bekannt, weil das Vorbild, das Recht der Stadt Magdeburg war. И примером для этого являлся как бы образцом правовой город Магдебург. Ist also eingeführt worden bis in die mittlere Ukraine, also alles das, was im polnischen Einflussbereich mittelholen war. И вот это магдебургское право было внедрено вплоть до западной и чуть до центральной Украины, то, что раньше было польскими территориями, и там оно вводилось на территорию. Insoweit haben große Teile der Ukraine eine Geschichte auch der Selbstverwaltung gehabt. Таким образом, большая часть Украины, не больше, а большая часть Украины имела уже опыт местного самоуправления. Zum Beispiel ist in Kiew dieses Recht, das Magdeburger Recht, bis 1834 in Kraft gewesen, bis es dann durch russisches Recht ersetzt wurde. Вот в Киеве такое магдебургское право действовало с 15 века до 1834 года, пока его не сменило российское право. zu der Entwicklung in der fangen wir mal hiermit an. Die Dezentralisierung gibt es in Europa zwei Möglichkeiten, wie man zu dezentralen Strukturen gekommen ist. In Europa существовало две возможности, как создать децентрализованные структуры. Das eine ist von unten nach oben. Первая возможность, das снизу вверх. Zum Beispiel typisch die Schweiz. Da haben sich Gemeinden zusammengefunden zu Kantonen und dann die Kantone zu einer Schweizer Föderation. В Швейцарии народ пошел таким путем. Были общины, громады, которые объединялись в кантоны, а кантоны уже объединились в швейцарскую конфедерацию. In anderen Ländern war es genau umgekehrt. Also die Zentralen, die haben dann im Laufe der Zeit Kompetenzen nach unten abgegeben. Zentralisierte государства потихоньку отдавало свои компетенции, свои полномочия вниз. Und zwar insbesondere an die Gemeinden, das war meistens im Vordergrund. И на первом плане децентрализации была дача полномочий территориальным громадам, как мы говорим, ну, общинам. Und je nach Verfassungslage ist eben die Übertragung von oben nach unten reversibel oder auch teilweise nicht reversibel. Так вот, в зависимости от конституции соответствующей страны, вот это право от децентрализация, даваемая сверху наверх, оно могло быть отзываемым, могло быть и неотзываемым. И могло быть, как бы сказать, с возможностью обратной отдачи полномочий или без. В Европе существует масса самых различных моделей таких структур. Да, и die Ukraine ja auch stärker an Europa, an der Europäischen Union
orientiert, ist es vielleicht sinnvoll, auch einmal auf die Entwicklung in der EU zu gucken. Wir haben also in den letzten 50 Jahren in Westeuropa Zum einen die Idee eines Europas nicht nur der Staaten, sondern eines Europas der Regionen, um die Zusammenarbeit über die Grenze zu verbessern. В первую очередь была такая идея создавать Европейский Союз как не союз государств, а как союз регионов с целью улучшить экономическое сотрудничество между регионами и государствами. Zum Beispiel hier in Sachsen arbeiten wir ohne die Zentralregierung sehr eng zusammen mit unseren Partnern auf der polnischen Seite in Schlesien, Niederschlesien oder auch in Nordböhmen im tschechischen Bereich. Так вот, мы вот Федеральной земле Саксония, без вмешательства правительства Саксонии, очень успешно работаем с нашими польскими коллегами в Силезии, а также в Чехии, в Богемии. Das ist sozusagen auf der Ebene der regionalen Ebene. Dann gibt es auch eine sehr starke Verbesserung der Situation der Gemeinden durch die europäische Karte der kommunalen Selbstverwaltung. Кроме того, что существует усиленное сотрудничество на региональном уровне, то для самих общин появляются большие преимущества, они как бы проявляются на карте, в общеевропейской карте, где этим общинам отводится такая выдающаяся роль. Da die deutschen Gemeinden immer schon ein sehr hohes Maß an Selbstverwaltung haben, hat man sich bei diesen Reformen in den anderen Ländern oft an dem deutschen Vorbild orientiert. А поскольку немецкие территориальные громады, то есть общины, уже со средневековья имели свою независимость, имели свой как бы сказать, наработанный опыт местного самоуправления, то по всей Европе с них стали брать пример как с образца. Die Ukraine hat diese Charta 1997 unterschrieben und ratifiziert, aber wie Sie wissen, bis heute nicht voll umgesetzt. Как вы знаете, Украина подписала такую хартию местного самоуправления еще в 1997 году, и опять же, как вы знаете, еще полностью ее не ратифицировала, не реализовала. Wichtig, um dieses System der Dezentralisierung zu begreifen, ist der Begriff der Subsidiarität, der jetzt auch in den europäischen Verträgen niedergelegt worden ist. Для того, чтобы лучше понять эту систему, нужно вспомнить такое понятие, как субсидиарность, которое отражено в европейской правовой системе. Also, es beruht darauf, genauso wie der einzelne Mensch Selbstbestimmung und Eigenverantwortung hat, soll das also auch auf der lokalen Ebene erfolgen. Так как каждый человек имеет право на самоопределение, но и на ответственность за себя самого, свою ответственность, также точно территориальные громады должны следовать этим принципам самоопределения и собственной ответственности. Also man will eben Freiheit geben, aber auch ökonomischen Anreiz, weil man der Meinung ist, dass Leute, die sich für sich selber sorgen, bessere Entscheidungen treffen, als wenn für jemanden gesorgt wird. Also der Bürger nicht mehr als Objekt der Politik, sondern als Subjekt. То есть идея такова, что если человек или община в состоянии позаботиться о себе самим, то она себя будет лучше чувствовать в самостоятельном виде. И так же, как человек сам, если говорить, самодостаточность. Wichtig ist, dass also zunächst einmal versucht wird, eine Lösung eines Problems unten zu erreichen. Важно то, что пытается сначала найти решение проблемы снизу, именно в территориальной громаде. Und wenn das nicht funktioniert, dann nach oben. И только когда это решение не в состоянии найти внизу, это все переносится наверх.
Und wichtig ist der letzte Punkt. Die obere Einheit hat, wenn sie die Aufgaben wahrnehmen will, die Beweislast. Заключается в том, что более высокий уровень инстанции или самый высокий уровень инстанции, если он что-то хочет решать за ту общину, которая находится внизу, есть такое юридическое понятие, как брать на себя бремя доказательств. Он должен доказать, что оно это может сделать. Also im Zweifel die untere Einheit, nicht im Zweifel die obere. В случае, если появляется сомнение, чьи это компетенции, более низкого уровня, более высокого, то вопрос решается всегда в пользу более низкого уровня. Зачем нужна эта децентрализация? Свобода, самоопределение и субсидиарность. Но есть также и политическая причина. Jede Dezentralisierung führt zu einer Machtsteigerung. Каждая децентрализация ведет к распределению или разделению власти. Vor allen Dingen auch zu einer stärkeren Einbindung der jeweiligen politischen Opposition. В том числе это включает более сильное подключение к этой жизни общей политической оппозиции. Sodass also auch die eine Oppositionspartei irgendwo in der Verantwortung ist und zeigen kann, Таким образом, оппозиционная партия тоже рано или поздно оказывается во власти и берет на себя ответственность, и она должна доказать, в состоянии ли она соответствовать этой ответственности, которую она себя взвалила. Und die Vorstellung ist, dass es auch jetzt einen richtigen politischen Wettbewerb gibt. И есть представление, что die beste Lösung. Для нахождения лучшего решения должна существовать обязательно политическая конкуренция. Also sozusagen die Ideen von Marx werden jetzt auf die Politik übertragen, auf die politische Organisation. Берется рыночная идея и переносится на политическую организацию. Und das Zweite ist, die Präferenzen und die Vorstellungen über das, was gemacht werden soll, sind ja normalerweise in einem staatlichen Territorium nicht überall dieselben. Представление о том, какие должны быть преференции, и представление о том, как должно происходить то или иное событие на территории, чем больше территория, тем больше будет разность между представлением о том, как должно быть в разных руках. Man kann also eine Lösung auch für ein bestimmtes Teilterritorium finden, was den dort befindlichen Bewohnern auch entspricht und in einem anderen Teil des Landes eine andere Lösung. Таким образом, на одной и той же территории, в одной части территории можно найти такое решение, которое соответствовало бы желаниям и чаяниям его жителей, а в другой части той же территории, в другой группе людей, будет решение другое. Also insbesondere für Länder, die sehr inhomogen sind, ist dieses ein wichtiger Aspekt. Вот этот аспект очень важен для тех стран, которые являются собой не гомогенную структуру. Und vielleicht ist es ganz interessant, das Motto der Europäischen Union sich noch einmal vor Augen zu führen. Das heißt, in Vielfalt geeint. Хотелось бы вам еще раз продемонстрировать лозунг Европейского Союза, а именно Единство в многообразии. Die Unterschiedlichkeit wird als Vorteil gesehen in Europa. Разница между странами и так далее в Европе рассматривается как преимущество. Ведь, wenn Sie sich die europäischen Völker ansehen, sind die unterschiedlich. Es geht nur mit Unterschiedlichkeit. Вот, если вы посмотрите на европейские народы, они же очень разные. И вот благодаря этому и все получается. Aber Unterschiedlichkeit heißt nicht Separatismus, sondern Unterschiedlichkeit, in der Unterschiedlichkeit sind wir zusammen. Но это различие, эта разность не означает сепаратизма. Это означает, что в своем многообразии мы все равно едины. Deswegen wird Dezentralisierung nicht als ein Element, also eine Gefahr für die Einheit des Staates gesehen. Рассматривать децентрализацию нужно не как опасность для государства,
sondern ganz im Gegenteil als ein Element des Zusammenhalts. А наоборот, как элемент, который это государство держит вместе. Dass man niemanden etwas aufzwingt. И что никому никто ничего не навязывает. Was er nicht will. Того, что он не хочет. Soweit zur allgemeinen Diskussion. Это так, в порядке общего обсуждения. So, wo kann man dezentralisieren? А теперь рассмотрим вопрос, где можно вести децентрализацию. Die Staatsaufgaben sind in unterschiedlichem Maße dezentralisierbar. Государственные задачи можно подвергать децентрализации совершенно в разном мере. Überall dort, wo Dienste für die Bevölkerung angeboten werden, die regionalen Charakter haben. Lässt sich dezentralisieren. Предлагаются услуги, то есть населению предлагаются услуги, которые носят региональный характер, там децентрализацию можно провести везде. Also zum Beispiel, wie das Nahverkehrssystem in einer Stadt organisiert ist, kann man am besten in der Stadt selber entscheiden. Например, как организовать систему пассажирского транспорта в городе, лучше всего может решить только городской. Und viele Dienste, die für den Bürger wichtig sind, sind an sich lokale Dienste. И множество из разных служб или услуг, которые очень важны для населения, являются местными услугами. Wobei lokal nicht unbedingt Gemeinde heißt, möglicherweise auch die Gemeinde hinaus, wenn Sie zum Beispiel in einer Stadt ein Verkehrssystem organisieren, dann müssen Sie natürlich auch in die Randbereiche das mit berücksichtigen. Also nicht nur jede Gemeinde eine Lösung, sondern auch Zusammenarbeit. Локальный, то есть местный, не означает, что это будет ограничиваться только одной территорией. Например, берем тот же самый транспорт. Транспорт на территории территориальной громады будет работать эффективно только тогда, когда будут учитываться интересы тех привлекающих либо других территориальных громад, с которыми он будет связан эта транспортная система. Die Definition oder die Vorstellung, was man lokal am besten macht, ist natürlich in den Ländern unterschiedlich, das hängt auch mit ihren Traditionen zusammen. Определение того, что лучше всего децентрализовать на местном уровне от страны к стране, различается, и это обусловлено их традициями этих стран. Zum Beispiel in den USA oder in Deutschland ist die Polizei dezentralisiert. Например, возьмем уже США, там, Швейцарию или Германию, у нас Полиция децентрализована. Nicht der Zentralstaat ist nur für die Sicherung der Außengrenze zuständig. А федеральное государство, то есть правительство Федеративной Республики Германии, отвечает только за пограничную охрану своих внешних границ. Das kann man in anderen Ländern anders sehen. Also die polnische Tradition ist zum Beispiel, dass man bei der Polizei nicht dezentralisiert. Например, в других странах может быть по-другому. Та же самая Польша традиционно не децентрализовала свою полицию. Zum Beispiel in vielen Ländern, auch Deutschland, ist das Erziehungssystem dezentralisiert. Например, во многих странах, в том числе в Германии, система воспитания и образования тоже децентрализована. Teilweise auch bis in die einzelnen Schulen hinein. Вплоть до того, что в разных школах она может другую систему воспитания. Die Vorstellung ist dann, ja, dann müssen eben die Eltern und meinetwegen auch die Gemeinde stärker sich um die Schule kümmern. Die Schule als ihr eigene Angelegenheit ansehen. Это означает, что родителям и воспитателям эту школу надо рассматривать как свое собственное личное дело, чтобы они сильнее занимались делами этой школы. Kann man Mischsysteme machen und sagen, also alles, was mit dem Schulgebäude zu tun hat, mit der Ausstattung, das macht die Gemeinde, der Lehrplan macht der Staat. Можно это сделать по смешанной системе. Это выглядит так. Например, все, что связано со строением, с тем, что находится внутри школы, ремонт и так далее, наполнение школы предметами, это финансируется из города или общины. Вот. А вот учебные программы там, зарплата учителя, это уже государственные. Man muss nur durch zentrale Prüfung nachher sicherstellen, dass die Niveaus nicht zu sehr auseinanderlaufen. Единственное, что нужно сделать, это благодаря общей централизованной системе экзаменов предотвратить то, чтобы
школа, школа не очень сильно разбегалась в стороны по уровню знаний. Also deswegen gibt es auch viele Zwischenlösungen. Es gibt nicht nur alles oben oder alles unten, sondern es gibt auch Mischsysteme, wo ein Teil unten ist, ein Teil oben. Существует масса промежуточных решений, смешанных решений, где не все находится только вверху, а все только другое, и наоборот только внизу, а всего можно понемногу. Was sich weniger zur Zentralisierung eignet, zur Dezentralisierung eignet, ist alles, was mit Verteilung, Umverteilung, Sozialsystem verbunden ist. Вот то, что не все поддается децентрализации, так это вещи, которые связаны с распределением и перераспределением социальных услуг. Also zum Beispiel soziale Krankenversicherung oder Rentenversicherung wird man nicht dezentralisiert. Пенсионное страхование, социальное страхование, больничное страхование децентрализовать невозможно. Insbesondere bezogen auf die Finanzierung. Я имею в виду особенности, что касается их финансирования. Aber zum Beispiel das einzelne Krankenhaus, das kann man durchaus dezentralisieren. Um also eine stärkere auch Bindung der Bevölkerung hinzubekommen. Для того, чтобы получить более тесную привязанность населения к этому, к этой больнице. Aber wie gesagt, alles, was mit Umverteilung zu tun hat, mit Verteilung, mit sozialer Gerechtigkeit, muss oben sein, weil sie sonst gegen die Gerechtigkeitsvorstellung verstoßen. Мы говорим так, все, что связано с распределением и перераспределением социальных благ и услуг, должно находиться наверху ради справедливости, потому что там будет справедливость. Das zweite ist, wenn Sie eine Marktwirtschaft haben, haben Sie Wirtschaftsschwankungen, Konjunktur. Второй пункт. Если вы живете в условиях рыночной экономики, то у вас обязательно будут колебания этого рынка, то есть конъюнктура. Und die Bekämpfung von den Konjunkturschwankungen muss man möglichst zentral durchführen, damit sie wirksam werden. Das kann man nicht auf der Lokalebene. А бороться с колебаниями конъюнктуры лучше всего на центральном уровне, потому что их, как бы сказать, компенсировать на местном уровне невозможно. Also die Steuerung der Gesamtwirtschaft ist immer eine zentrale Aufgabe. Общая экономика – это всегда было остается центральной задачей. So, also man, es gibt Kriterien, was sich mehr oder was sich weniger zur Dezentralisierung eignet. Существуют критерии, по которым определяется, что больше, а что меньше годится для децентрализации. Und Sie haben natürlich bei jeder Dezentralisierung haben Sie die Vorteile, die ich schon genannt habe, also Freiheit, einen besseren und zielgerichteten öffentlichen Dienst oder eine höhere Akzeptanz von der Bevölkerung. При децентрализации у вас есть и преимущества, которые я называл. Это свобода, более сильное признание со стороны населения. Распределение власти. Акцептанс, самоопределение. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch nüchtern sehen, dass Dezentralisierung auch bedeuten kann, Reibungsverluste, Koordinationsverluste und auch höhere Kosten. Давайте смотреть на вещи призва. Децентрализация означает также это так называемые расходы на трение и расходы на саму реформу. Und es kann auch durch diese Koordinationsprobleme zu langsameren Entscheidungsprozessen kommen. И из-за возникновения проблем с координацией при децентрализации может быть появится некоторое замедление в принятии решений. Sie müssen bei der Entscheidung über die Dezentralisierung eben diese Dinge auch im Kopf haben. Sind die Vorteile größer als die Nachteile? И всегда, совершая децентрализацию, пожалуйста, чтобы у вас всегда были две вещи. Всегда взвешивайте, стоит ли децентрализация того, оправдывает ли она себя. Und auch im Zeitablauf werden die Entscheidungen für oder gegen die Dezentralisierung unterschiedlich sein. Даже по времени принятия решения, решения в пользу или против децентрализации могут быть разные. Also neue Herausforderungen, neue Techniken können die Entscheidung über die Dezentralisierung, das Ausmaß der Dezentralisierung auch berühren. Deswegen ist das, was Sie heute für richtig halten, nicht unbedingt richtig
in 30 Jahren. Die nächste Generation mag eine andere Entscheidung treffen. И вот те вызовы нынешнего времени, которые перед, стоят перед теми, кто принимает решения, они, новая техника, новые вызовы могут привести к тому, что решение принято, а через 30 лет новое поколение принимает иное решение. So, jetzt haben Sie die Entscheidung für Dezentralisierung getroffen. Jetzt gibt es aber eine ganz, drei wichtige Problemkreise, die Sie auch vernünftig lösen müssen. Вы приняли решение о децентрализации. Перед вами вырисовываются три таких проблемных области, с которыми вы неизбежно столкнетесь и которые решение вам предстоит принимать. Also, Sie müssen Budgethoheit haben. Первое. У вас должен быть так называемая бюджетная независимость. Also, das Budget der Gemeinde ist nicht mehr Teil des Staatshaushalts. Это означает, что бюджет территориальной громады, или города, или общины больше не является частью государственного бюджета. So, das heißt, man muss eigene Einnahmen haben, das ist ganz wichtig. Но это означает, что у вас должны быть собственные источники дохода, поступления налогов. Womöglich auch eigenes Vermögen. Для, по возможности, также собственный капитал, ну, слово Vermögen означает также и имущество. Weil die Zentrale immer versucht zu steuern über das, was wir im Deutschen goldene Zügel nennen. Das heißt, indem man Geld, was man nach unten gibt, zweckbindet. Дело в том, что и у нас в Германии, и везде центральная власть неизбежно будет стремиться управлять теми деньгами, которые она отдает вниз. Так называемая золотая уздечка или золотая узда, чтобы привязать эти средства к какой-то определенной цели. Die Engländer haben noch einen härteren Ausdruck dafür, die sagen goldene Handschellen. У англичан даже похуже выражение, чем у немцев. Они называют это не золотой уздечкой, а золотые, как называется, наручники. So, das muss man vermeiden. Этого нужно избегать. Das heißt also, wichtig ist, dass die Gemeinde oder über die jeweilige Ebene die eigene Steuern hat. Таким образом важно это, чтобы избежать, нужно иметь собственные источники поступления в бюджет. Und wenn sie keine, wenn das nicht ausreicht, feste Quoten an den nationalen Steuern. Aber если этих налогов не будет хватать, чтобы пополнять бюджет, тогда нужно иметь четкие, твердые, оговоренные квоты поступлений из национального бюджета. Bezogen auf das territoriale, also das örtliche Aufkommen. Чтобы она соотносилась к местному территориальному доходу. Und man kann bei nationalen Steuern, zum Beispiel in der Schweiz, bei der Einkommensteuer, auch Zuschläge erheben. Kommunale Zuschläge. Вот, oder Abschläge. Например, в Швейцарии там можно получать субсидии, не субсидии, но дополнительные из государственного бюджета. А там единый, например, с такой источником поступления, как подоходный налог на граждан, то есть на физические лица, оттуда можно затребовать себе на громаду определенную в зависимости от количества людей. Die haben also in der Schweiz unterschiedliche Einkommensteuersätze von Gemeinde zu Gemeinde. В Швейцарии ставки налога отличаются от одной громады до другой. Und bei den eigenen Steuern, also typischerweise die Grundsteuer, wird auch dass nicht nur kriegt die Gemeinde die Steuern, sondern auch das Recht, den Steuersatz zu bestimmen. Опять же, в той же Швейцарии есть такое понятие, как налог на землю, и вот этот налог на землю остается в бюджете этой территориальной громады. Более того, ставка этого налога на землю территориальной громады имеет право определять самостоятельно. Wenn man jetzt auf der Welt rumkommt, ist also die typische Gemeindesteuer ist die Grundsteuer. Und wisst ihr, wenn du попадешь на Земле, типичный пример местных налогов является налоговая земля. Und möglicherweise sagt der Staat durch Gesetz, wie die Bemessungsgrundlage festgelegt wird, wie der Wert des Grundstücks bestimmt wird, aber den Steuersatz kann man durchaus lokal festlegen. И если даже государство предписывает громадам, как исчислять величину этого налога, то процент ставки этого налога сами все равно вообще не оставляется с собой. В
Zweite Steuern, die oft erhoben werden, werden Steuern, die irgendwas mit Wirtschaft zu tun haben. Второй вид налогов, который взимается, это налоги, связанные с экономикой, с промышленностью. Um auch das Interesse der Gemeinde an der ökologischen Entwicklung zu befördern. Почему? Чтобы поддержать интерес громады территориальной к тому, чтобы в этой территориальной громаде была развита экономика. Und die optimale Lösung ist, dass eben die Gemeinden weitgehend sich durch Steuern finanzieren, und zwar nicht nur die Gemeindeebene, sondern auch, dass die Verteilung zwischen den Gemeinden so ist, dass die Bedürfnisse im Wesentlichen abgedeckt werden können. Und более того, если будет такая развитая система, то территориальная громада не только сама себя в состоянии за счет налогов будет содержать, но также может делиться и получать, и давать, обмениваться этими деньгами с другими громадами на своем уровне. Und ansonsten sollen sich die Gemeinde möglichst mit Gebühren und Beiträgen finanzieren, also wofür die Dienstleistung, die die Gemeinde gibt, auch wie auf dem Markt ein Preis, eine Gebühr bezahlt wird. Так вот, территориальная громада должна быть в состоянии содержать сама себя за счет таких налогов и сборов. Практически это как, она как бы представляет своим жителям услуги свои, и там же опять, как на любом рынке, цена этих услуг может варьироваться, и эта цена выделяется в виде налогов и сборов. Das ist natürlich die Idealvorstellung. Конечно, идеальное представление. Natürlich gibt es nicht immer eine Deckung von Bedarf und Steuern für jede Gemeinde, und deswegen braucht man auch ein Ausgleichssystem. Вот, но это идеальная система, конечно, остается идеальной. Естественно, бывают случаи, когда нужно для компенсации с расходов найти какую-то систему балансирования, выравнивания или не уравнивания. Also, dass man zum Beispiel den armen Gemeinden zusätzliches Geld gibt. Это означает, что, например, бедным общинам и территориальным громадам. Aber wieder ohne Zweckwirkung. Но опять же, давать эти деньги не в виде целевых субсидий, привязанных к какой-то конкретной цели. Trotzdem gibt es Aufgaben, wo auch der Staat ein gewisses Interesse hat, dass sie funktionieren. Zum Beispiel nehmen wir mal einen Straßenbau. Da ist es dann gerechtfertigt, Zweckzuweisung zu geben, aber nur in einem sehr eng begrenzten Bereich, wo es eben nicht nur lokale Interessen gibt, sondern auch Interessen, gesamtstaatliche Interessen. Конечно, у государства тоже бывают свои интересы, привязанные к громаде, а именно, например, типичный пример – это строительство дорог. Тут пересекаются интересы не только местной громады, которая нуждается в таких дорогах и между громадами, но и это интерес государства. Тут уже никуда не денешься. Если государство дает целенаправленные деньги, они должны идти целенаправленно на строительство. Und sie dürfen eben nicht zu viel Zweckzuweisung geben, weil sie dann wieder zu der goldenen Zügel kommen. Вот, но тут опять же надо соблюдать меру. Как только государство начнет слишком много давать целевых дотаций, субсидий там и целенаправленных денег, вот опять же может привести к эффекту золотого излишка. Andere Möglichkeit ist in manchen Ländern, zum Beispiel auch in Deutschland, nehmen die Gemeinden nicht nur eigene Aufgaben wahr, sondern auch staatliche Aufgaben. Другая возможность для пополнения бюджета, это такое бывает с громадами Германии в частности, это означает, что государство передает вам выполнение каких-либо задач или полномочий, но оно при этом дает вам за это деньги. Делегирует, да, да, richtig. Also, zum Beispiel, wenn ich eine Fahrerlaubnis haben will oder wenn ich einen Pass haben will, dann macht das in Deutschland die Gemeinde. Например, такой типичный для Германии пример, это если я хочу получить водительские права или паспорт, то от имени государства я имею дело с кем? С территориальной громадой. Они выдают эти документы, но по делегированным полномочиям государства. Dann ist natürlich es auch sinnvoll, ein System haben, wo die Kosten, die die Gemeinde mit der Erfüllung staatlicher Aufgaben hat, auch abgedeckt werden. Also Kostenerstattung. Таким образом, громада имеет право на возмещение тех расходов, которые она несет, выполняя государственные задачи. Да, покрытые расходы. Das ist, Geld ist das Wichtigste. Деньги – это самое важное. Also, und zwar
auch die Steuerung von Funktion von Geld. Das Wort Geschäftsfunktion управление, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Функция управления деньгами, функция управления, которой берут эти деньги, переоценить невозможно. In the, der empfindlichste Körperteil des Menschen ist das Portemonnaie. Самая уязвимая часть тела человека – это его кошелек. Und er braucht kein Hochschulstudium, um das zu begreifen. И чтобы это понять, я думаю, не надо заканчивать выше, чем за Also die einzelnen Leute, aber auch die Gemeinde, wird schon in aller Regel in der Lage sein, einen vernünftigen Gebrauch von Geld zu machen. Большинство людей, разумных людей, в состоянии разумно употребить имеющиеся деньги. Man muss nur die Anreize richtig setzen. Самое главное, это правильно расставить, куда их девать, то есть то, что вас привлекает. So, damit sie eben nicht Misswirtschaft bekommen. Почему? Чтобы у вас не было, чтобы вы не поторговали. Deswegen ist diese Konstruktion dieses Finanzsystems für Dezentralisierung ganz wichtig. Поэтому очень важно соблюдать вот эту систему децентрализации, учитывая этот фактор. Ich war ja in Italien, deswegen weil sie Schwierigkeiten mit der Dezentralisierung bekommen haben, in erster Linie, weil der Dezentralisierung nicht eine vernünftige Finanzausstattung gefolgt ist. Вот был я в Италии сейчас. Почему это было? Возникли проблемы с децентрализацией. Оказывается, децентрализация в итальянском исполнении очень хорошо все прошло, за исключением того, что денег нет. Dann gibt es noch zwei andere Dinge, die wichtig sind für Selbstverwaltung, Autonomie. Для громады также важны еще другие вещи. В первую очередь, конечно, наличие денег. Das eine ist Personalwahl. Das heißt, dass die jeweilige Gemeinde oder die jeweilige Körperschaft ihr eigenes Personal einstellt. Это право громады самой набирать на службу себе людей. То есть ответственность на воле кадров должна нести сама команда. Weil die Funktionäre, die Angestellten, immer demjenigen gegenüber loyal sind, der sie eingestellt hat, der sie auch rausschmeißen kann. Понимаете, служащий, любой служащий, он зависит от человека, который принял на работу, а следовательно может с этой работы и уволить. Also ein System, wo die Angestellten alle sozusagen beim Staat angestellt werden und nur sozusagen ausführen, was die Gemeinde macht, wirklich funktioniert. Weil sie im Zweifel nicht der Gemeinde gegenüber loyal sind, sondern gegen ihren zentralen Vorgesetzten. Громаду, то в случае чего, естественно, этот служащий будет исполнять интересы не громады, а опять же государства. Und dasselbe können Sie auch für die Region oder Oblast eben. Вы можете то же самое сказать на уровне области, района, кто кого на работе. Und das letzte ist, halte ich für wichtig, Planungshoheit, dass die Gemeinde entscheidet, was auf ihrem Territorium passiert. И третий важнейший пункт, это право принятие независимых решений. Жители населенного пункта, территориальной громады должны иметь право самостоятельно планировать и решать, что будет строиться, что будет происходить у них на территории. Und dass man die zentralen Planung auf das Notwendigste reduziert. А чтобы планирование со стороны центрального органа было сведено к самому необходимому минимуму. Also eine Fernstraße können Sie nicht kommunal planen, das müssen Sie staatlich planen. Например, Autobahn. Там какую-то дорогу дальнего сообщения, вы вряд ли сможете спроектировать и построить на местном уровне, это уже государственная задача. So, wie gibt es die letzte Idee, die ich Ihnen jetzt, wenn ihr sehr abstrakt ist? И теперь последняя идея, о которой я хотел с вами поговорить. Die Gemeinde darf auch Fehler machen. Территориальная громада должна иметь право на ошибку. Das heißt, nicht jeder Fehler darf dazu führen, dass die Zentrale wieder eingreift. Не каждая ошибка должна вести к тому, что централизованная власть уже вмешается в действие ее. Man muss auch die Gemeinde ihre Fehler ausbaden lassen. Нужно дать возможность территориальной громаде самой, как он выразился, расхлебать свои ошибки.
weil das die einzige Möglichkeit ist, dass die Bevölkerung dann auch in den Wahlen, in den Kommunalwahlen richtig reagiert. Потому что это единственная возможность для того, чтобы на следующих коммунальных выборах население этой территориальной громады отреагировало правильно. Also in der Schweiz, das ist ein extremes Beispiel, funktioniert das bestens. Wenn auf einmal die Steuersätze in der Gemeinde hochgehen, weil der Bürgermeister nicht mit dem Geld umgehen kann, ist er bei der nächsten Wahl weg. Вот такой пример из Швейцарии, не бедная страна, казалось бы, да. И вот был такой, в одной из территориальных громад, там были довольно высокие ставки местных налогов и сборов, вот, которые привели к тому, что денег все равно нет. Вот, и оказалось, что местный бургомистр не умеет правильно считать деньги, обращаться с ними. Все, на следующих выборах и не пришел. Deswegen sollte sich die Aufsicht des Staates über die Gemeinden konzentrieren auf die Rechtsaufsicht, dass die Gemeinden Recht und Gesetz achten, aber nicht eine Fachaufsicht sein, also dass sie die spezielle Entscheidung überprüfen. Ob nach der richtig gibt es eine bessere oder eine schlechtere Entscheidung. Das soll die Gemeinde machen, sondern nur ist die Entscheidung rechtlich zulässig oder ist sie rechtlich nicht zulässig. Поэтому в данном случае надзор со стороны государства за территориальной громадой должен ограничиться правовым надзором. То есть государство проверяет, правомерно принятие решения или неправомерно, с правовой точки зрения, законно или незаконно, а к чему оно приведет и насколько оно обосновано, если оно законно, то это уже вопрос к правлению этой громады. So, dann will ich Ihnen noch einfach kurz ein paar Schaubilder zeigen, die Struktur. Hier sitzt leider die Zahlen. К сожалению, на эту структуру невозможно было вставить цифры. Aber Sie können den Kuchen auch so erkennen. Das Blaue ist, sind die staatlichen die Bediensteten, die beim Bund sind, also bei der Zentrale. Ein Sechstel ist nur oben und fünf Sechstel ist unten. Служащих взагалі у нас государственных служащих минимально 1/6 часть по этой синей. Die Masse auf der Ebene der Länder. Масса работает на уровне федеральных земель, поскольку там свои правительства. Das hängt damit zusammen, dass dort die Lehrer und die Professoren und die Polizisten sind. Потому что в Германии на федеральном уровне есть свои служащие, а полиция подчиняется правительствам стран. Учителя тоже являются госслужащими на уровне федеральной земли. Полицейские, это все туда посчитали. Deswegen also dieser große Anteil und ein Drittel Gemeinde. И где-то 1/3 часть это служащие местного самоуправления на местах. So, so kann man für die Länder in Europa unterschiedliche sozusagen Schaubilder zeichnen. Вот такой тортик, он для разных стран Европы может выглядеть по-разному. Aber die Art, also die Zahl, wie viel bei der, auf der Gemeindeebene beschäftigt sind an, an Angestellten, ist schon interessant. Но интересно, какова, насколько велика доля служащих, которые работают в интересах местных территориальных команд. So, hier dasselbe noch einmal für Ausgaben und Einnahmen. А теперь посмотрим ту же самую картинку, поступления налогов и расходы. Те же самые, смотрите. Da sehen Sie, dass die Gemeinde, dass die Grüne nur 13,5% der Einnahmen haben. Только 13% от всего общих доходов получает местное самоуправление, территориальная громада. Это плохой показатель. Das wird aufgefüllt durch Finanzzuweisung, Finanzausgleich zwischen den Ebenen. Вот, а расходы не 22,4%. Почему? Потому что не получают финансовое пополнение. Denn sie haben 22% der Ausgaben. Вот 22,4% это... Sie sehen die anderen Teile, das zentrale Budget blau, das Länderbudget rot und lila ist, ist die europäische Union. Значит, общественных расходов, это что у нас куда уходит, 38,2, это на федерацию на всю, красные это земли, зеленые это местное самоуправление, и 0,3% расходов это идут как взносы в Европейский Союз. Also wir sehen hier eine Fehlentwicklung des deutschen Systems. An sich müssten die Gemeinden einen höheren Anteil an eigenen Steuern haben. Вот, вы видите, уже здесь, на таком рисунке, видно, что что-то не так в развитии местной системы, потому что вот зеленый сектор
должен был бы иметь такую же часть поступления того, как несет расход. Und darum gehen auch zum Beispiel die Reformdiskussionen in Deutschland. Поэтому в Германии тоже идут дискуссии о реформе. So, über die Gemeindezusammenschlüsse wollte ich Ihnen noch was vortragen, aber Sie haben das so schön erzählt, wie das hier in Odessa, Kharkov läuft, dass ich Ihnen da nicht mehr viel sagen muss. Also ist richtig. Ich würde Ihnen noch viel mehr darüber рассказать про том, как сливается громад и так далее, но я тут перед в ходе нашей рабочей встречи выслушал от харьковчан, как у них прекрасно идут реформы, просто нет, можно сказать. Also da haben Sie die meiste Arbeit schon getan, wenn das alles verwirklicht ist, was ich gehört habe. Если у вас будет реализовано то, что вы запланировали, то, что вы мне сказали, то большинство работы вы уже сделали. Also wir sagen in Sachsen, etwa eine Gemeinde muss mindestens 5000 Einwohner haben. Мы у себя в Саксонии считаем, что территориальная громада должна насчитывать количество жителей не менее 5000. Wir haben aber auch übergangsweise, wo die 5000 nicht erreicht sind, Verwaltungsgemeinschaften möglich zu machen. Но в тех населенных пунктах, количество жителей, которые не достигают 5000, мы делаем так называемый межобщинный совет. Aber so, dass nur eine Verwaltung da ist. Имеется в виду то, что на несколько населенных пунктов одна администрация. Also das heißt, es gibt eine zentrale Verwaltung, aber noch daneben Gemeinden, die sich dieser zentralen Verwaltung bedienen. А остальные, которые на вокруг находятся маленькие села, там общины, они пользуются услугами администрации этой громады. Und einer der Bürgermeister ist dann der Chef der Verwaltung. Aber das haben Sie auch. Один из бургомистров этих сел является шефом администрации. Но это то же самое у вас уже есть. Aber es gibt auch schon Überlegungen, dass man sagt, weil wir so viele dezentralisiert haben, brauchen wir eine Mindestgröße in Zukunft von 8 bis 9000. Но поскольку мы идем по пути децентрализации, стремимся к ней, то мы говорим, что в будущем, очевидно, эти 5000, это будет многовато, мы пойдем по пути 8-9000. Allerdings sind das also Orientierungsdaten. Es kann im Einzelfall Abweichungen geben, zum Beispiel in Bergregionen oder in, wenn Sie Inseln haben oder wenn Sie, ja, wenn Sie ein sehr dünn besiedeltes Gebiet haben. Но эти цифры не являются, так бы сказать, предельными показателями. Нужно всегда смотреть, в каком регионе вы живете. Они могут отклоняться в меньшую сторону, скажем, если вы живете в горных районах, где-то там какие-то острова, или в местности, которая не является густонаселенной. Aber hier in Kharkov gibt es keine Inseln und keine großen Berge, also so weit. Nur in Kharkov gibt es keine Inseln und keine großen Berge, also so weit. Das ist nicht Ihr Problem. Nicht Ihr Problem. Okay, so das ist ein Überblick über unsere deutschen Erfahrungen. Вот таким был мой обзор нашего немецкого опыта. Aber in den ich auch Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern mit einbezogen habe. Я сюда говорю также опыт из других зарубежных европейских стран. Aber die grundlegenden Elemente sind mehr oder minder überall. Но основополагающие элементы более-менее везде одинаковые и совпадают. Yeah. Спасибо пану Георгу. Я в двух словах хотела, как бы для того, чтобы запустить дискуссию, акцентировать несколько моментов на том, что все, о чем сказал наш гость, в принципе, все эти основные моменты отражены у нас в концепции реформы местного самоуправления. Это и часть общенациональных налогов, которые уже закреплены в налоговом кодексе. И то, что мы сможем распоряжаться землей, то есть все вот эти моменты закреплены. Передача делегированных полномочий социального обеспечения финансов на эти вещи. Единственное, что это предполагает принятие порядка 500 нормативных документов, законов Украины, подзаконных актов, правильно? Которые сейчас находятся в процессе подготовки. Поэтому все, что вы сегодня говорили, можно разделить на две части.
То, что относится к принятию решений на высшем уровне, в Верховном Совете, в Кабинете Министров, ну, больше в Верховном Совете, так? И в этом зале собрались те люди, которые непосредственно уже реализуют эту реформу на месте. То есть, безусловно, мы, с одной стороны, ожидаем определенных решений законодавчего органа, который, к сожалению, сегодня есть ряд тех, которые слишком играют в политику, много моментов есть, да? И злоупотребляют тем, что у нас сейчас в стране объявлены выборы, и просто хотят быть красивыми. Вот. А мы, это те представители местного самоуправления, которые хотят получить эту законодательную базу, о которой мы сегодня говорили, чтобы ее на месте реализовывать. И основное, что, допустим, вы сказали, почему есть проблема в Италии, что там не хватает денег. Так вот, основной посыл этой реформы в том числе и мобилизовать внутренние резервы каждой громады. Потому что одна и та же территория при условии эффективного и неэффективного управления менеджера может дать совершенно разные результаты. Это имеется в виду и менеджера, управленца головы, и всей системы социальных отношений в самой громаде. Там, где громада активная, там есть новые предложения, там люди хотят, люди стремятся, соответственно, это капитализируется и преобразуется в финансы. Поэтому, исходя из этого, чтобы немножко опустить дискуссию на местный уровень, я, если можно, с вашего позволения, задам первый вопрос. Господину Георгу, вот как на ваш взгляд топ-3 самых эффективных инструмента для того, чтобы громада, которая вот объединится, имела финансовый успех? Вот топ-3, какие вы считаете 3 основных инструмента? Я еще расшифрую. Мы, когда мы готовили перспективный план формирования громад в Харьковской области, вот эти 59 новых громад, которые объединятся, мы надеемся, в процессе, да, мы уже просчитывали, и люди на местах, управление финансов просчитывали, они должны быть спроможными согласно тех налогов, которые будут закреплены на местном уровне. Но, безусловно, нужны какие-то новые инструменты. То есть, что-то, какие топ-3 инструмента вы предлагаете? Also im Deutschen gibt es einen Ausdruck, wie man einen störrischen Esel zum Laufen bewegt, entweder mit dem Stock oder mit der Mohrrübe. А значит, есть в Германии такая пословица, как сдвинуть с места упрямого осла. Есть два пути, или палка сзади, или морковка спереди. Also am besten, erst Mohrrübe ist gut. Also dem versuchen, ihnen, dass also sie ein eigenes Interesse an der Fusion haben. Значит, мы пытаемся доказать территориальным громадам, что у них есть свой собственный интерес в объединении, что это в их интересах. Da gibt es, ich rede jetzt mal über Sachsen, weil die Elemente in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich ist, weil das die Gemeindereform unterschiedlich in Deutschland ist. Федеральной земле Саксония, потому что у нас реформы в Саксонии несколько отличались и могут отличаться от реформирования населенных пунктов в других поселениях. Erste ist, dass wir denjenigen Gemeinden, die fusionieren, ein Hochzeitsgeschenk gemacht haben. Мы сделали так, что некоторым территориальным громадам, общинам, которые сливались, мы сделали так называемый свадебный подарок. Das wirkt schon mal. Das zweite ist, dass in unserem Ausgleichssystem letztlich, das sind alles Formeln, aber letztlich pro Kopf mehr haben, wenn sie größer sind.
получается так, что громада будет получать больше на душу населения, то есть на каждого жителя этой громады, если не будет больше. Это таким образом рост громады получается перманентный постоянный эффект нарастания. А если это не помогает, dann den Stock. Тогда применяйте палку. Das heißt, im Grunde genommen, у нас, в принципе, уже есть морковка на самом деле. Морковка уже морковка есть. Громады, которые объединяются, уже получают морковку от государства. У нас есть, нам закрепили в податковом кодексе сейчас уже 60% ПДФО, 25% экологического налога, 5% акцизного сбора. Рома, помогите. Ja, aber jetzt mit dem Stock. То есть, в принципе, создана определенность. Больше, если можно, нас интересует вопрос, как, вот если они все это получили, все равно этим всем надо правильно распорядиться. Все-таки топ-3 инструмента, что дополнительно к этому, на что обратить внимание? Also, ich glaube, ohne eine gemeinsame Vorstellung über das, was gemacht werden soll, geht es nicht. Also, das heißt, der Staat muss schon eine Vorgabe machen, was er gerne möchte. Как бы сказать, поставить задачу или поставить цель, что оно, собственно, хочет. Also auch die Gemeinden müssen nachher funktionsfähig sein. После объединения государство ставит задачу, потому что после объединения громада должна быть работоспособной, функционировать. Das heißt, man kann nicht völlig frei seinen Partner wählen. То есть нельзя совершенно, как бы так, по велению души, совершенно свободно выбрать себе партнера. Wenn Sie zum Beispiel durch die Gemeindefusion eine Gemeinde bekommen, die 50 Kilometer lang ist, если вам, aber nur 10 Kilometer breit, dann ist da irgendwas falsch. Смотрите, если вам вот, придет вот такая идея, давайте увеличим громаду до бесконечности и получаем территориальную громаду, которая расположена на полоске территории длиной 50 километров, шириной 10 километров, то там что-то не сработает. Weil ja auch die Gemeinde muss ja funktionieren, sie muss ja ihre Bürger erreichen. Das heißt also, gewisse regionale Vorgaben müssen sie machen. Also noch einmal zu der Mohrrübe, die ist wichtig. Das zweite ist aber auch, die Bürgermeister müssen begreifen, dass das wichtig ist im Interesse ihrer Gemeinde. Und das heißt, man muss auch mit den sozialen Problemen der Bürgermeister, die nicht mehr Bürgermeister sind, irgendwie eine Aussage machen. Чтобы те бургомистры, которые уже не бургомистры, тоже имели право давать свои, так сказать, представления о решении социальных проблем. Also, ein Bürgermeister. Ja, sie müssen ihm irgendwie eine soziale Absicherung geben. Wenn der Bürgermeister anschließend arbeitslos ist, dann wird er nicht dafür sein. Поймите, что бургомистры или председатели сельских советов, которых вы лишили работы, он что, будет от этого счастлив? Also wie die Lösung im Lösung im Einzelnen aussieht, das müssen Sie entscheiden, aber Sie können ihn nicht ins Nichts fahren lassen. Нельзя ни в коем случае допускать, чтобы председатели сельских советов очутились на, как он сказал, чтобы не упали в никуда. Deswegen ist auch die Zeitpunkt, wo Sie so etwas machen, wichtig. Wenn der eine Bürgermeister in Rente geht, дайте человеку доработать до пенсии. Он не получит пенсии. А когда у вас будет там какой-то молодой бургомистр, то это будет трудно. Und das letzte ist, и последнее, что я хочу сказать, das ist jetzt der Stock. Это палка, дайте мне эту палку. Der muss nicht unbedingt eingesetzt werden. Es reicht die Drohung mit dem Stock. Не обязательно палку пускать в ход. Достаточно лишь наличие угрозы. So,
Das heißt also, nur, man muss nur den Stock vorzeigen. Значит, палку только демонстрировать. So, dann wird es in aller Regel gelingen. Also die drei Elemente. Die Mohrrübe, der Stock und eine Lösung für die Bürger. Aber das wird. А у нас это предполагается, что это они будут старостами. Да. Будут иметь заработную плату. Они уже прописаны в законодательстве, так что в принципе достаточно безболезненно вопрос решается. Да, yeah, also Sie können ja sagen, ich habe jetzt 5 Dörfer. Например, можете сказать так: вот у меня есть 5 деревень. Und es gibt eine gemeinsame Verwaltung. Делаем на эти 5 сел и деревень общую администрацию. Und der, hat der Bürgermeister eine Chance, Mitglied der Verwaltung zu werden. И Объединенный сельский совет, когда бывший председатель этого сельского совета, имеет шанс стать самому там бургомистром или членом этого совета. Aber Но Sie können nicht ein System haben, wo Sie nur Häuptlinge haben, aber keine Indianer. Но ни в коем случае нельзя допустить, что у вас образовалась система, как он ее назвал, где будут одни вожди и ни одного индейца. Also, индейца. Sie müssen auch darauf achten, dass Sie anschließend eine Verwaltung haben, die funktioniert. Вам нужно принять меры к тому, чтобы у вас была дееспособная администрация, которая функционирует. Aber ich glaube, das ist bei, die Lösung ist bei Ihnen nicht völlig anders wie bei uns. Но мне кажется, что решение у вас, одно это решение, не так уж резко отличается от тех решений, которые у нас. Wir haben es mit Menschen zu tun. И вы имеете дело с людьми. Und wenn wir das begreifen, wissen wir ja auch, wie Menschen funktionieren, wie sie handeln. Und deswegen muss man das in seine Strategie mit einbringen. Мы знаем, как функционируют люди, как они действуют. Надо просто разъяснить им нашу стратегию. Eine Reform, die gegen den massiven Widerstand der Bürgermeister geht, wird scheitern. Реформа, которая натолкнется на объединенное массированное сопротивление со стороны бургомистров, провалится. Und dann noch zwei andere Gedanken. Wir werden auch nicht umhin kommen, die Rajonebene neu zu organisieren. Никуда не деться, вам придется реорганизовывать такой уровень, как район. Denn je mehr sie kräftige Gemeinden haben, desto anders stellt sich die Frage für die Rajon. Так вот, чем больше у вас будет таких объединенных крепких территориальных громад, тем сильнее и быстрее восстанет вопрос, что, как же быть с районом. Das heißt, man kann die Reform in unterschiedlichen Etappen haben, aber man muss also auch den zweiten Schritt, also einer Reform auf der Rajonebene, immer im Hinterkopf haben. Можно задержаться на каком-то этапе этих реформ снизу, там, на уровне громад. Можно по-разному там решать, но неизбежно встанет вопрос, как быть с районом. Und als letztes, wenn Sie Aufgaben von oben nach unten dezentralisieren, если вы будете децентрализировать, или делегировать полномочия сверху донизу, da müssen Sie auch fragen, was machen Sie mit den Leuten auf der Zentrale, die bisher die Aufgaben wahrgenommen haben. Поставьте перед собой вопрос, что теперь будет с людьми? Или что с ними делать, с теми людьми, которые, полномочия, которые были деленны вам, чем они будут заниматься? Sie können ja nicht das alte Personal lassen und nur zusätzliches Personal einstellen, das geht ja nicht. Не получится ведь оставить старый персонал и принять работу новый персонал. Так не получится. Sie müssen auch bereit sein, aus der Zentrale Personal nach unten sozusagen abzugeben. Вы должны быть готовы к тому, что получив делегированные полномочия от центральной власти, вам могут отдать этот персонал для выполнения этого полномочия. Das heißt, Sie müssen auch die Widerstände in der zentralen Verwaltung überwinden. И вам придется преодолеть сопротивление внутри центральной власти. Децентрализация schön, alles prima. Децентрализация все это, конечно, красиво и прекрасно. Aber wenn Sie wirklich Strukturänderungen haben, gibt es auch Verlierer in diesem Prozess. Но процесс изменения структур неизбежно ведет к появлению проигравших в этом процессе. Gut, auch dafür müssen Sie eine Lösung haben.
И для этих проигравших у вас тоже должно быть решение. Ja, es gibt kaum Reformen in der Wirklichkeit, die nur Gewinner haben. Das Ganze. На самом деле, в реальности не бывает реформ, в которых бывают только победители. Ну, то есть может встречаться, но проигрывают. Deswegen, für die Durchsetzung ist immer wichtig, nicht nur zu gucken, wer wird begünstigt. Для проведения таких мероприятий всегда нужно смотреть не только кто получит выгоду, sondern wer hat Nachteile. Но и кто останется проигравшим. Und im Zweifel ist es so, die Nachteile haben, schreien lauter, als diejenigen, die Vorteile haben. И учтите, что, как правило, те, кто остался вне игры или кто проиграл, кричат намного громче, чем те, которые выиграли. Deswegen müssen Sie die Gruppe der Verlierer möglichst klein halten. Поэтому прилагайте усилия к тому, чтобы проигравших было как много меньше. Чтобы группа, включающая проигравших, централизация была как много меньше. Как можно меньше. Представляйтесь, пожалуйста. Сергей Фразов. Городской глава Макс Владимир Иванович. Господин Георг, я могу бы высказать даже мнение моих коллег, где присутствует и мэр городов, и поселковый голос селочных. Мы являемся сторонниками крупнение громад и децентрализации. И мы не видим, ну я могу теперь буду говорить за себя, и я не вижу другой альтернативы. Другой альтернативы, именно потому что в этой экономической ситуации, в этой ситуации, в которой находится наша страна, это самый реальный и правильный путь. Но прекрасно вы сказали, что бремя доказательств. Бремя доказательств, которое для многих, наверное, услышали впервые, и то, что центральная власть должна заниматься этим. В чем я вижу проблемы, хотелось бы вашего совета. Мы действительно сторонники объединения громад, мы действительно максимально сделали, то есть практически все здесь присутствующие прошли путь объединения громад. У каждого здесь, ну я, которых знаю, есть решение. Но есть переходный период. Переходный период, в который есть пилотный проект, громада, которая объединялась, и мы понимаем, что у нее будет все, ну, надеемся, нормально, и мы хотим, чтобы это было нормально, потому что мы на них будем равняться. Но есть и вторая часть, существующие громады, которые не объединялись, и когда вы несколько раз повторили палку и морковку, то у нас получается наоборот. У нас виртуальная морковка, которую нам показывают, и реальная палка. А палка реальная для громад – это бюджет. И который они, и я бы хотел сказать, как вы видите существование переходного периода для тех громад, которые не объединялись, потому что жизнь громады не останавливается сегодня, она должна существовать, объединявшись или не объединявшись, и должна развиваться и идти вперед. А в принципе остальное полностью поддержим. Как вы видите период переходный? Natürlich wäre es schön, wenn man wie im Wunder der Zauberstab und von heute auf morgen ist alles neu und wohlgeordnet. Было бы очень, конечно, хорошо, если бы махнул волшебной палочкой, и так сегодня на завтра раз, на завтра прошу, все же... Aber deswegen brauchen Sie immer Übergangszeit, Übergangsregeln. Всегда нужно переходное время и правила на эти переходные времена. Sie müssen auch im Einzelfall Kompromisse machen. Вам придется в отдельных случаях идти на компромисс. Aber dieser Prozess des Übergangs und der Kompromisse, der darf nicht dazu führen, dass nachher das ganze Projekt nicht mehr läuft. Переходный период или компромисс не должен вести к тому, что после него весь проект завалится и остановится. Also Sie müssen schon relativ schnell handeln. Значит, нужно действовать довольно быстро. Wenn die Leute nicht mehr daran glauben, если люди уже больше не будут верить, oder wenn sie sagen, naja, in 5 Jahren kommt eine neue Regierung, die hat wieder andere Vorstellungen, deswegen machen wir erstmal gar nichts. Dann wird es nicht funktionieren. Вот. Или такая ситуация. Люди смотрят на вас и говорят, а что там, через 5 лет будет новое правительство, нет, все отменить, все будет по новому. Поэтому лучше вообще ничего не делать. Das heißt, es muss völlig klar sein, dass die Reform kommt. Und nicht, dass sie möglicherweise völlig verzögert oder verbessert werden kann. Должна быть убежденность и понимание того, что эти реформы все равно будут неизбежны и что политика оттягивания не приведет к
потому что ihr eine Miss Stewart. Deswegen ist es sicherlich sinnvoll, auch mal Piloten zu machen oder ihn auszuwerten. Нужно делать так называемые опытные проекты или пилотные проекты, чтобы оценить, что это дает. Aber das muss dann überschaubar sein. Но это должно быть наглядно. Und mit der Rübe, mit der Mohrrübe haben Sie auch recht. Значит, ich darf nicht zu weit vom Esel sein. Что касается морковки, вы правы. Это звучит так. Морковка, отнесённая на слишком большое расстояние от осла, теряет свою эффективность. Das heißt, wie der Esel muss die Mohrrübe, wenn er dann auch sich vernünftig verhält, auch bekommen. Любой осёл, который поймёт, что если себя будет правильно вести, он эту морковку съест, он должен получить, конечно, эту морковку съесть. Das heißt, der Staat muss seine Versprechungen halten. Это означает, я сейчас буду говорить медленно, что государство обязано сдержать своё обещание. Nicht, dass ein solcher Prozess läuft nur auf gegenseitigem Vertrauen. Потому что процесс этот осуществим только, если обе стороны громады государства будут реагировать. Also der Staat kann nicht sagen, ich habe mir das anders überlegt, wir regeln während des Prozesses die Regeln des Spiels. Dann werden wir nur widerstanden. Das может, не должно, нельзя государство допустить такую вещь, что почесало затылки и сказало во время же реформ, ага, а я тут что-то передумала. Или давайте поменяем по ходу игры наши правила. Так вы не должно. Und noch einmal zu der Subsidiarität, das halte ich für ganz wichtig. Субсидиарность, то, что я считаю крайне важным, это основная мысль такая. Und zwar ist meine Interpretation der Hauptvorteil. Erstens, моя интерпретация главных преимуществ субсидиарности. Stärkere Beteiligung des Bürgers. Почему это нужно? Потому что громадяне, которые живут в этой громаде, чувствовали, что они сильнее участвуют в ее работе. Also in seiner Gemeinde etwas zu verändern als Einzelner ist leichter als etwas in Kiew zu verändern. Чтобы человек понимал, что он, как часть громады, в состоянии, имеет право и может иметь силы и должен что-то менять в своей громаде, и что это сделать легче, чем пока доберется до Киева и оттуда что-то поменяет. Also für die Demokratisierung der Gesellschaft ist diese Selbstverwaltung auf der kommunalen Ebene wichtig. Самоуправление на коммунальном уровне является важнейшим элементом демократизации. Und das zweite ist meine Erfahrung aus der Übergang von der Ex-DDR. Ohne die Bürgermeister hätten wir es nicht geschafft. Второе, что я могу сказать, на личном опыте по проведению реформ в бывшей Германской Демократической Республике. Без поддержки бургомистров мы бы с этой задачей не справились. Jetzt will ich gerne zugeben, dass die deutschen Verhältnisse anders sind als die ukrainischen. Да, конечно, я с вами соглашусь, что условия Германии несколько иные, чем украинские. Weil die Leute ja die Selbstverwaltung von früher kannten. Потому что люди ведь там самоуправлением знали еще по прежним временам, но было более развито. Ich so was oft nur ein Anknüpfen an alte Strukturen war. Пусть это даже было каким-то, каким примыкающим пунктом к старым структурам. Die Diktatur, das waren 12 Jahre Nazis und 40 Jahre Kommunisten, das war nicht so viel. 12 лет диктатуры нацистов и 40 лет диктатуры коммунистов, это было не так уж много, это долго. Das ist hier etwas anders, weil eben diese Vorbilder nicht viel weiter zurücklegen oder gar nicht gegeben sind. Например, местное самоуправление, они либо вообще не существовали, либо были когда-то в незапамятные времена. Und deswegen war es auch für die Polen einfacher zu umstrukturieren. Ну, для поляков это было проще проводить такие изменения структуры. Als sie es haben, das muss man objektiv sehen, dass ihre Situation schwieriger ist. Ваша ситуация несколько иная. Болдухівський міський голова, Харківська область. Я перш за все хотіла подякувати вельмишановному пану Георгу за таку чудову
доповідь. І, користуючись нагодою, подякувати Яні Семеновні, Михайлу Івановичу, обласній державній адміністрації, за те, що в свій час, в травні місяці, була створена така міцна команда Офісу представників обласної державної адміністрації, залучені асоціації місцевого самоврядування, що ми змогли отримати ту базу даних інформації, яку потрібно було для наших громад. І та підписка, яка на сьогоднішній день іде в електронній версії Офісу нашого реформ, вона дійсно допомагає нам, ми це виставляємо себе на сайтах, ознайомлювати наших людей з тим новим, що може бути. Звичайно, Діані Семеновні окрема вдячність за те, що вона працювала майже в кожній громаді, майже на кожній сесії, на кожному обговоренні, давала свої практичні поради по цьому напрямку. Що хочу сказати? Нам кажуть за палкою, за морковкою, наші якби колеги кажуть про те, що не зовсім так гарно. А я хочу сказати, ми в свій час, напевно, неправильно використали закон про співпрацю громад, який був прийнятий за рік до закону про добровільне об'єднання громад. Якби ми в той час не спали, то, напевно, б наші договори на співпрацю з рядом тими, що знаходяться сільськими радами, на ремонт доріг спільних, на придбання якоїсь комунальної техніки, дали поштовх того, що коли прийнятий був закон про добровільне об'єднання громад, люди вже з розумінням відносилися і чекали конкретних результатів. На сьогоднішній день ми вдячні, що нам все-таки дали Москвину, тому що ті дороги державного значення, які ми зараз робимо, виділяючи кошти спільно з свого бюджету на ті дороги, які проходять по нашій території, у нас остання сесія виділа 500 тисяч на такі дороги, люди бачать, що йде якась спільна робота, ремонтуються ті дороги, яких ніколи не ремонтували. Перевиконання бюджету дає змоги робити поточний ремонт. Звичайно, стратегія Харківської області, там ті ради, які не спали, мали проєктну документацію, вчасно йшли, то ми маємо підтвердження на виділення коштів з Мінрегіонбуду і залежить від нас на місцях. Ми зможемо показати нашим громадам, що ми ці кошти можемо освоїти, або не зможемо. Тут уже відповідальність дійсно лежить на нас. Чому кажу, що не спати? Тому що з 1 вересня, наскільки мені відомо, внесені зміни і функції державного архітектурно-будівельного контролю передані нам на місця, а ми ще не провели конкурсів, не створили своїх офісів. Того багато є якби того позитивного, що нам вже дають. Ми, напевно, просто не вміємо його вчасно брати. Дійсно пройдуть вибори, дійсно ми будемо йти далі, крок за кроком. Але на сьогоднішній день, користуючись нагодою, ну, хотілося б якось почути відповідь, напевно, від обласної державної адміністрації, що буде з дитячими садками. Тому що по податковому кодексу, по бюджетному, ми повинні будемо їх передавати в район, а потім назад повертати в об'єднану громаду. Якщо вже уряд прийняв такий закон, що на 2 роки дали можливість, щоб провели вибори, і ми закінчили об'єднання громади, краще, я думаю, щоб ці дитячі садки залишились на місці і була дійсно з держави підтримка, ну, на захищені статті. Ми зараз, вивчаючи ситуацію, буквально 12 вересня підписали угоду з Міною Ясло, містом Самбуром Львівської області і містом Богодухів, нашим рідним містом, на наміри про співпрацю. Міна – це Ясло, це об'єднана громада. Ми прагнемо якби через них отримати, ну, отримувати від них позитив, уже бачачи, як у них на місцях реалізуються ці проекти. Користуючись тим, що зараз є представники Німеччини, ми б хотіли в рамках тих міжнародних грантів, міжнародних конкурсів, інформаційної підтримки, якщо це можливо, потіше проводити круглих столів, нарад, щоб ми практично могли поспілкуватися і задати ті питання, які на сьогоднішній день нас хвилюють. Ну, всім я колегам хочу побажати успіхів і надіюсь, що не одна буде об'єднана громада, а всі 59. Це ж тільки начало. Пройдуть об'єднання. Я, з вашого дозволення, спасибо, доповню. Немножко, да, я отлучался, прошу прощения, извините. Служба. Справедливо. Да, вот. Но суть в чем? Я сейчас вспоминаю первый
слухання в Верховній Раді або об'єднання громад. Но на тот момент даже из тех, кто пришел в Верховную Раду, ну, я вас уверяю, большая часть, я сидел вместе с ними, просто не понимали, о чем идет речь, куда мы идем, как объединяться, рисовали какие-то круги, эти условные 20 километров. Люди просто были в недоумении. И только те специалисты, которые как бы, уже начинали это развивать, понимали, о чем они говорят, а люди на них смотрели глазами, так это, у меня, знаете, в Киеве это были представители комитетов, из администрации президента, из Кабмина, народные депутаты, представители регионов и так далее, областных администраций, районов. И просто выходили люди, и я видел, что у всех в глазах легкое непонимание, куда мы идем. К вопросу вот именно о том, о чем говорил господин Георг, это... Откуда идет инициатива? У нас получилось так, что инициатива пошла сегодня от президента вниз. Да? Не от людей, не от нас, условно говоря, пошла наверх инициатива, что мы должны измениться, а пошло сверху вниз. И как часто бывает, у нас, видимо, срабатывает протестная реакция у населения. Подождите, если нам навязывают сверху, значит это плохо, значит это будет иметь какой-то негатив. Вот. И по ходу нашей вот, системной работы, действительно, большое отдельное спасибо Диане Семеновне, она... справляться с этой миссией вообще великолепно, я бы сказал. И мы видим рост и понимание, и осознание в ходе всех наших общений, круглых столов, просто рабочего общения. Уже изменение сознания того процесса, который идет, и который уже фактически становится неизбежным. И тут очень важно понимать, что действительно вот именно работа с людьми, информирование их, это очень важно. Но, безусловно, то, что мы говорим про морковку сегодня, пресловутую, она у нас сегодня, да, условным обозначением является тех успехов и достижений, которые можно получить в ходе объединения громад. Конечно, она должна быть реальной. Но, опять же, не зря был запущен механизм бюджета децентрализации, хотя бы от того, чтобы увидели какие-то первые реальные шаги, а что это может дать. Конечно, будут трудности и миллион. И детские сады в том числе. Сегодня там в области здравоохранения передают единственные больницы без ничего, просто их как бы бросают, возникают проблемы. Потом мы доказываем органам центральной власти, потому что дайте субвенции на научное образование, на здравоохранение, для того, чтобы закрывать эти дыры, перекрывать. Конечно, это вот именно в переходный период такие прецеденты будут возникать. Тут вопрос в чем? Чем качественнее мы начнем отрабатывать общие вопросы, чтобы общая концепция была понятна, тем легче будет решать локальные вопросы. И они сразу будут сужаться их количество, и можно будет принципиально решать уже конкретные вопросы. Вот. Поэтому еще раз скажу, что сегодня самое главное и самое важное в ходе нашего общения и работы, это то, что уже на местах начинается осмысление, осознание тех процессов, которые идут. И вот чем активнее будет снизу вверх движение навстречу тебе, потому что у нас очень много еще политики, вы не забывайте. И даже, казалось бы, сегодня мы входим в цикл политических баталий, выборов в местные советы, и очень многие это используют как инструмент. А опять вспоминают на федерализацию, опять вспоминают какие-то все негативные последствия, которые могут родиться в ходе этой реформы централизации. Этого нет, это неправда, и нужно смотреть объективно на эту ситуацию и понимать ее. Если понимание будет у нас у всех, и чтобы не заиграться политикой, делать реальное дело. Поэтому еще раз говорю, мы все настроены на реальное действие, на реальную, скажем так, работу, на результат, который должны получить все и каждый. Прежде всего, заинтересованы должны быть именно громады, которые получают дополнительные бонусы и преференции. С точки зрения поддержки, уж точно вам гарантирована поддержка на местном уровне от председателя Иранина, это я как бы говорю официально, от меня лично, коль я еще в рамках администрации отвечаю за децентрализации в том числе. Поэтому тут как раз рабочий контакт, рабочие все вопросы будут решены быстро, оперативно. Получилось у нас сейчас на сегодняшний день только лишь одна громада. Но, опять же, когда появилась одна громада, реально существующая, мы откатали какие-то сложные механизмы, в том числе и принятие решений, определенных к объединению. Какие-то были дебаты и споры. Теперь всем остальным уже есть наглядный пример, конкретика. То есть мы уже переходим от виртуальных знаний, даже какого бы мы не получали от наших уважаемых партнеров зарубежных, от наших специалистов, которые работают у нас, мы переходим уже после реализации. И уже когда появляется первое, я думаю, дальнейшая эта процедура уже будет неизбежна, как снежный ком, она будет наращивать и обороты, и темпы, и размах. Я думаю, у нас все получится, поэтому настрой, я вижу, позитивный, это важно. Поэтому самое главное, не терять ту инициативу, которая есть, чтобы мы не заговорили эту ситуацию, а перешли таки к реальной работе. Поэтому всем удачи и качественной работы на этом поприще. Спасибо. Еще коллеги вопросы хотят задать. Да,
я хотела бы говорить. Нажмите на кнопку, это чуть громче. Слышно, да? Я хотела бы сказать от имени общественности. Здесь все в основном власти. Я структура работающей организации. И когда мы говорим, в общем-то, обученный человек, который занимается централизацией власти, программой ГИСПРО и конкретно как громада в этом принимает активное участие в всех комиссиях, как и Чинежского района, так и Чудинского. Занимаясь в своей работе проектным менеджментом, то есть привлекая инвестиции в проекты и в Чудинском, и в Чинежском районе, всегда нужно говорить о том, что самое главное это во всем проекте – это активизация громады. То есть тех людей, которые находятся в самом низу. И любой проект, который бы не давали, никто не дает власти. Даже когда делают окна, устанавливают, ремонтируют какие-то насосы, а всегда говорят, что должна активизироваться громада. И по своей работе я очень часто работаю в громаде и сама являюсь жителем всей этой громады. Мы начинаем выявлять эти проблемы. И когда мы говорим о проблемах, работая в этой работе, я четко понимаю, что ни ссылочные головы, ни люди, которые работают, ни на администрации, ни на проблем, они по сути мы не знаем проблемы. И когда мы говорим о децентрализации объединения, то всегда возникает вопрос, а почему же люди не хотят объединяться? Они не хотят объединяться по той причине, что они не понимают сути, нет инвентаризации той территории, на которой мы находимся. Мы, когда приходим, любой руководитель приходит к работе, начинает работать с нуля, он делает инвентаризацию. Когда мы начинаем что-то делать, мы должны понимать, что же на нашей территории. И когда мы говорим о стратегическом планировании, то мы конкретно, у нас есть стратегия области, у нас есть стратегия Украины. Но у нас нет стратегии района, у нас нет стратегии громады, у нас нет стратегии селищ, сельских рад. У нас ей нема, а мы их объединяем. У нас люди не понимают, что же там. Если сделать стратегию, не просто начальник экономики сделает это, да, которому дадут команду, он напишет, возьмет в интернете позиции, сделает, а конкретно сделает стратегию, такую, как эксперт ее сделает, как сделают срезы по всем структурам, когда это будет в течение полугода выявлены, какие проблемы, какие-то недостатки. Эта стратегия должна вырисоваться в план, стратегически то и маленькие громады, так? И туда задействованы все верстное население. То есть, когда мы говорим, депутаты залучаем, уличные комитеты залучаем, и когда мы говорим, информировать нужно население, да нет, мы его должны активизировать. Население должно конкретно знать, что оно вставляет окна в школе, и оно должно туда положить свою глину, потому что потом пойдет бабушка, пойдет туда дети, потом пойдут внуки, потом пройдут правнуки, и эта школа будет здесь. Оно выбирает громаду, значит оно выбирает. И вот эта стратегия, на которую мы практически не обращаем внимания, ни сельские головы, ни на высшем уровне, она потому что уже есть у нас на уровне области, да? И если она у нас будет конкретно сонастроена с, не как эта дополнительная работа, она будет сонастроена со стратегией области, со стратегией Украины, тогда мы четко понимаем, мы берем проектное, мы говорим о проектном, целевом бюджетировании, о котором мы сейчас идем. И ни один грант нам не дадут, если у нас нет стратегии. И нигде мы не можем знать, какие у нас проблемы. Потому что у одного человека, он сегодня голова, у него одно видение, у другого другого. А спросили у своего населения, что оно думает. У нас 7500, ну возьмем любой там маленький там райончик. А какая группа, какие населения о чем думают? И когда бы мы это все сделали, а это в течение полугода, вот этот переходной период за следующих выборов, когда действительно мы уже должны будем объединиться, когда мы сделаем эти стратегии, когда мы сделаем генеральные планы, когда мы будем конкретно, тогда у нас будет конкретная громада, которая объединяется. Это как объединяется, замуж выходит, женщина и мужчина, у одного есть много имущества, и у другого есть много имущества. И мы делаем брачный контракт. Все. И тогда мы конкретно понимаем, что вот та маленькая громада, не ту маленькую громаду, но нет большая. Вот я хотела бы очень передать конкретно администрации, потому что мы на это не обращаем внимания. Пожалуйста, давайте будем на это внимательно обращать. Не на уровне только области, а каким-то образом нужно все-таки стратегичное планирование добыть в каждом. Мы сейчас поясним, Неправильно, правда? Об общих скажу вопрос, в том, что вы сказали. Я на самом деле дополню уже конкретикой.
когда идет речь об информировании людей, это значит, что мы должны сказать, уважаемые дорогие наши граждане, будет теперь вот так. Мы информировать их должны именно о тех процессах, которые грядут, которые сегодня инициируются для того, чтобы их заинтересовать, расширить и вовлечь в этот процесс. Потому что без обсуждения не будет. Об этом идет объединение громад. Не видишь, никто не говорит, что есть объединение целочных голов или там мэров городов. Идет объединение громад. Поэтому это по определению уже подразумевает, что каждый член громады, живущий в той или иной местности, части области, страны, в целом, неважно где, должен быть заинтересован в этом процессе. Понятно, что мы не сделаем формулу, что все 100% будут счастливы и довольны, и всегда будут недовольны, что будем делать. Кто-то будет всегда недоволен, это есть закон жизни. Но мы должны понимать, что общий вектор, люди понимают, не должно родиться информированное чувство, чтобы у них родилось понимание, а что же происходит на самом деле. Не более того, не информирование, что мы 6 голов решили и мы объединились, все, и теперь у вас будет вот так. А именно, чтобы у них было понимание, для чего это происходит. А с точки зрения конкретных проектов, которые сейчас для нас дополнят, в чем я информация? Хотела два слова не совсем согласиться с госпожой Светланой. Согласиться в первой части о том, что нужны стратегии, а во второй части вот сейчас здесь сидит количество гулей всеночных рад, с которыми мы успешно офис реформ совместно с областной государственной администрацией, с местными советами, Сахновщина, Красноград, Галки, Писачин, Старый Салтов, написали и подали на финансирование в Державный фонд регионального развития проект о создании стратегии развития конкретной объединенной территориальной громады. Более того, эти проекты, их более 15 территориальных громад, они прошли первый этап в области, победили в области, и уже сейчас на сайте Минрегионбуда стоят в как бы для того, чтобы в черзе на финансирование. Поэтому здесь как раз сидят все те, которые понимают, что без стратегии, стратегия это план работы, куда идем и что делать. Поэтому здесь как раз собрались люди, которые прекрасно это понимают. Стратегия развития Харьковской области, можно сказать, лучшая в Украине стратегия 2020. Которая, в основе которой лежит создание метрополитенского региона. И за этим столом сидят разработчики этой стратегии, эксперты, которых вы хорошо знаете, которые работают в составе офиса реформ, работали и сейчас продолжают. Вот, поэтому как раз Харьковская область в этом, мне кажется, идет впереди. Да, безусловно, много работы. И на это нужны средства, время, специалисты, чтобы это было не просто на бумаге документ. Это должны быть инновации, какие-то мысли, которые... Дело все проблема еще в чем, что вы сейчас сказали специалист. У нас специалистов нет, мы сейчас сами ими становимся в процессе этой работы. У нас нет, почему мы не привлекаем уважаемых господ? Потому что они поделились с нами тем опытом, который наработали в данной организации 130 стран. У нас нет специалиста, который здесь родился, жил по нашей старой системе, пришел и говорит, я знаю, как делать реформу. Поэтому, конечно, мы все обучаемся, и именно мы, тот первый пул, который это создаем и рожаем стратегии, мы становимся именно специалистами, которые должны, почему информировать людей даже уже будучи с позиции специалистов. И мы будем обращаться в том числе и к нашему сегодняшнему гостю, профессору Георгу, для того, чтобы когда мы с вами сядем писать эти стратегии, привлечем специалистов, чтобы у нас была возможность привлечения европейских специалистов, представителей ФРМ, представителей Польши, для того, чтобы подумать, как максимально можно, вот топ-3, о которых я сказала, инструмента, как максимально можно с этой территории взять максимум для того, чтобы создать хорошую инфраструктуру, как сделать так, чтобы она приносила деньги для своих жителей. Вот для этого нам нужны специалисты, практики. И мы понимаем, что сегодня мы не можем просто так сделать, не заставив прежде всего территорию зарабатывать финансы для себя и организовывать в целом бизнес на территории. Мы это все прекрасно понимаем, и поэтому мы максимально стараемся собрать по крупицам информацию сегодня, привлечь всех специалистов для того, чтобы как раз вот эти вопросы решать. Я смотрю, сразу начали говорить о стратегии, и сразу все оживились. Коллеги, я хотіла добавити, да, якщо можна, всіх вітаю. Молодівська сільська рада, яка вже об'єдналася. Я хотіла теж добавити ваше, так сказати, заперечення до виступу пані Світлани. В частині, знаєте чого, дуже гарну фразу сказав пан Георг, що держава повинна виконувати собі свої зобов'язання. Всі зобов'язання, словесні, фінансові і так далі.
От, тому що вони нас закликають, а своїм прикладом вони показують, що не все так робиться, так як говориться. Розумієте? От взяти в частині того, що ми зараз всі об'єднуємося, на нас ложиться, ми об'єдналися, на нас накладаються відповідні зобов'язання, які ми раніше не робили. Саме болюче питання, мені здається, всі зі мною згодяться, це дороги, які були державними, лягають на нас. В якому вони нам стані достаються на сьогоднішній день? В дуже поганому. Питання зараз, то, що я задала спочатку речення, сказала. Чому держава не виконала свої зобов'язання той період, коли вона їх вела обслуговувала? Транспорт, він теж є на рівні державного рівня. Є такі, я думаю, є в цій області, тому що в нас і в нашому районі такі села, які є на транспортному сполученні, виграли тендер, але зобов'язання свої не виконує, ФОПовець, який повинен надавати послуги. І населення, хоч воно має активність, хоч воно там і старається, що все, воно не може добитися. І всі знають, що транспорт не їде, але нічого не міняється. Марія Кожерівна, я якраз, моя особиста думка, я її підкреслюю зараз двома рисками. Ніхто за нас нічого не зробить. Тому у нас децентралізація. Бо всі оці питання, і дороги, і все повинно вирішуватися на місцях. От коли ми з вами все-таки все беремо в свої руки, всі громади, то тоді буде порядок. Тобто тут час звинувачень, час вияснення причинного наслідкових зв'язків пройшов. Маємо те, що маємо. Сьогодні, якщо ми будемо, кому ми будемо питання з вами задавати? 20 років тому назад? Тобто, да, така у нас погана дорога, але ми з вами будемо писати проекти, розвиватися, шукати резерви для того, щоб братися і робити. От мені здається, з цієї позиції у нас буде результат. Так, тому що по проєкту, от мене хотіло ще таке, ще одне питання. По проєкту, нас, виходить, всіх закликають, всі складайте проєкти, але фінансують не всі, а проблеми у всіх. Вибачте, це конкурс. Я можу вам сказати, що от польський досвід, написала в 100, написали 100 проєктів, виграли 2. А як ви хотіли? Це проєктний підхід. Написали не краще, ніж хтось написав з Львівщини краще. І на вищому поверсі. Це, вибачте, це ж не радянська система управління. Дали бюджетний запис. До такого, звичайно. Воно нас стимулює, щоб ми працювали більш якісно. Будь ласка, дали 2 хвилини, і нас вже чекає там... Замечательний голова Віталій Костомаров. Я згоден з колегою, що дійсно у нас немає партнерських відносин з державою. Георг, виступаючи, сказав, що держава завжди забезпечить там функції держави, там соціальні стандарти, там різні норми. В нашій державі це не спрацьовує, скажу. Наша держава, ну я б так не сказала, що не спрацьовує. Не завжди спрацює. Ну я хочу сказати, показати на нашому рівні, на низовому селищі. От казали, що приходять там ради і не планують свою роботу, і не хочуть нічого робити. Я третій скликання селищний голова, вже з третьою радою працюю, всі ми хочемо щось зробити. Ми коли приходимо і доходимо до того, що держава дає нам на делеговані повноваження фінанси, завжди це, ну я не знаю, якщо у вас не 80-90% від потреби. І ми завжди, опять-таки, заробітна плата відрахування електроенергії, нічого не можемо будувати, не можемо розвиватися. Якщо є в нас якісь, то з'являються кошти, ми стикаємося з іншою проблемою. У нас дуже велике навантаження йде там розрішительна система. Ці дозволи, там, узгодження, поки ти зробиш ці проекти, скликання закінчується. От потім ми участвуємо в конкурсах, раз не участвували, два не перемогли, все. Треба обновляти цю проєктну кошторисну, опять знову кошти потрібно виділяти на це. Друге, ви участвуєте по всій проєкті. Тобто ми бігаємо по колу, як собака за своїм колом. Для того, що ми реформи. Ми за парковою. Якщо ми зараз почнемо плакати, як нам плохо живеться, нам плохо. Ми для того, що ми реформу робимо зараз, що ми об'єднуємося для того, щоб... Я добавлю, смотрите, ми же не говорим только об об'єднанні. Це реформування всього абсолютно, всіх процесів, які будуть відбуватися. Конечно, вот этот острый период, который переходный, он будет, безусловно, тяжелый. Это как любая болезнь, но лично только через период обострения. Если она была в вялой хронике, вы говорите, все было запущено и отпущено, непонятно на кого и все, то это нужно менять. Мы понимаем, это нужно порешать. Почему и формирование громад, почему и формирование бюджета. Это все будет давать дополнительные возможности. То, что государство выполняет, не выполняет в полной мере.
есть и объективная составляющая, и субъективная составляющая. Тоже на сегодняшний день мы понимаем. Потому что сегодня оборонные бюджеты, они выросли в разы, таких никогда не было, беспрецедентные случаи. Да, а... Казначействие, яке позволяє собі не Мы сейчас, мы ситуацию прекрасно понимаем, и Георг понимает, что у нас сейчас и то, и 25-е. Но мы сейчас говорим о том, что нам осталось подождать минуту. Мы объединяемся и получаем определенные другие условия. Я только за это. Вы не думаете, что на нашем уровне, на низовому, у нас это буксует на уровне районных державных комиссаров. Они не заинтересованы в этом реформировании, потому что повноваження відходять до нас, что они будут, чем будут управлять. И мы громадяне на процесс. Я не згоден, потому что на всех нарадах, які ми проводимо у нас, і кожен голова держадміністрації знає, що це принципове питання, що це є пріоритетне завдання, і він має його реалізувати, і має більш того його ініціювати. А що стосується голів держадміністрації, адміністрації обласних і таке інше, то розумієте, що інститут там префектів, якому йдеться, він так само буде залишатися, і все кроки залишаться і для них так само. Вони будуть, скажімо так, спостерігачами за дотриманням законів і будуть виконувати усі державні програми, які будуть існувати. Все. А тепер примір, колеги, конкретно для вас. Хто хоче, тут всегда добивается. Вот сидит Прасковья Васильевна, это вам ответы на все ваши вопросы, не будете дальше продолжать. Вот кто хочет, посмотрите на нее. Ей не мешал ни глава администрации сильный, никто. Не предрасполком. Двумя чертами подчеркиваю, кто хочет, тот всегда добивается. А мы поддерживаем. Да, на этой позитивной ноте я приглашаю всех к неформальному общению за чашкой чая, чтобы пообщаться с господином Георгом и с Михаилом в неформальной обстановке. Прошу, спасибо большое за эффективную работу. Но мы сделали первый шаг, мы заявили о том, что громады хотят объединяться, о том, что мы хотим объединяться. Есть советы, которые выразили желание объединиться, есть, которые нет, но, по крайней мере, пошел диалог. Диалог есть, он неизбежен объединение, реформы без них невозможны, и поэтому мы в любом случае к этому придем. Процесс неизбежен, так или иначе, хотелось бы этого или нет. И развитие только в этом, и те моменты, которые запланированы, которые должны быть, будут только впоследствии объединенных громад, потому как изменения в бюджет, изменения, тут единый административный центр предоставления услуг у нас, в частности, в Солонице, кинотепе от Советов, возможны, скорее всего, только при объединении громад, безальтернативно, наверное, в нашей ситуации и в том движении, куда идем.